Вітаю, мої любі друзі. Ось такий гарний раночок у нас. Може, навіть дощик піде. Але я на нього мало сподіваюся. Тому поливаю свою полуницю. Посадила трошечки. А ось така краса розвалилася в мене. Печіточок. Вже позбирала помидори. Ну, ще ось хочуть рости. Такий прудик у мене маленький. Прив'язала свій циперос. Бо у нас такі вітри штормові. І він весь час падає у воду. Прийшлось його причепити. Отака красапетка. Болотний циперос. Яблук у цьому році багато. Але їх ніхто не лікує, тому перша їх заїдає. Вітаю, дівчатка! З вами Ольга. І у нас сьогодні понеділок, 29 серпня. Підійшов останній старт у нашому спільному проєкті «В'яжу, що хочу, осінь на носі». Це п'ятий старт. Я довго думала і нарешті придумала, що я хочу собі зв'язати. Справа у тому, що у нас є ще один осінній проєкт. І треба щось таке придумати, щоб і там пов'язати. І ось я вирішила зв'язати собі светрика. Але у мене проблема нарисувалася. Невелика кількість пряжі. Але така пряжа, яку треба вив'язати. Ну, дуже жаль, що вона лежить і не працює. Тому я її з'єднала до кучі. Получилося в мене 560 грамів. Я дівчинка не маленька, 54-го розміру. Ну, подивимося. Ось я почала. Отакий у мене початок. Зв'язала резиночку. Ось таку. 2х1. Зв'язала ложну кітльовку. І 10 рядочків. Буду я в'язати круглу кокетку. Я вирішила все спробувати. Круглу кокетку я ще не в'язала. Я ще багато чого не в'язала. Хоч 50 років в'яжу на заказ. Ну, то все таке. Що замовляють, то й в'яжу. Ось, експерименти я роблю на собі. В мене вже є два светрика з регланом пагоном. Мені дуже подобається, дуже. Посадка просто чудова у реглана пагона. Ось, є у мене чайка. Є у мене реглан обичний. І ось, нарешті, я дійшла до круглої кокетки. Це в мене кашемір. Це в мене поліестер з паєтками. Це в мене мерінос. І це в мене альпака. Пухнаста така. Ось така. Починаємо в'язати. І що? Я великий боржник, я не відповіла ні на жодне запитаннячко, яке Оксаночка і Вікторія запропонували. І тому я зараз коротенько відповім на всі запитаннячка. А я не сказала, що цей проєкт започаткували Вікторія з каналу «Україночка в'яже, зв'яжемо тренди» і Оксаночка «Недошитко». Учасників багато, усі в'яжуть цікаві речі. І я ось двома речами надихнулася з нашого проєкту. Так що проходьте по хештегу, дивіться дівчаток, наші українські дівчатка. Дуже талановиті і гарно в'яжуть. А зараз я знайду запитаннячка і буду відповідати. Відповідати буду я російською, тому що українською у мене не дуже великий словниковий запас. І ви мене не зрозумієте.
Ось шукаємо запитаннячка. І перше запитання. Який ваш найкращий спогад про дитинство? Моє дитинство в основному пройшло в деревні в Станично-Луганському районі. Родители работали в три смены на заводе, поэтому меня очень часто отвозили в село к моей тете. И вот самым таким ярким воспоминанием, которое очень часто, мне 66 лет, но я очень часто вспоминаю этот момент, когда тетя брала меня с собой маленькую на работу, на ферму молочную. Она доила коров, и я там бегала, пила молоко сразу с под коровки, кормила телят. Потом я уже сама доила коров. В 10 лет я уже доила коров, умела доить коров. И вот такие самые яркие воспоминания моего детства, это, конечно же, село Ольховая. Я провела там большую часть своей жизни. Все выходные, все каникулы. Если я никуда не выезжала, я обязательно была у тети. Второй вопрос. Расскажите про своего домашнего улюбленца. Но пока у меня были маленькие дети, у них, конечно, были и коты, и собаки, и рыбки, и всякая живность. Все это у нас было всегда. Вот. Но так как я живу... Я, конечно, очень люблю животных. Но так как я живу возле большой дороги, по которой ходят много транспорта, автобусов маршрутных и машины с утра до вечера, и пробки стоят, и все. А напротив меня река, а коты — это такие существа, что они не могут не ходить на реку, если они знают, что она рядом. Поэтому у нас столько погибло котов, перенести это я не могу. Вот, поэтому я перестала заводить котов. Кот есть у моих соседей, зовут его Григорий. Я вставлю его фоточку. Он у нас бесподобный. Естественно, Григорий ходит на рыбалку. Естественно, Григорий ловит мышь, крыс, птиц. Все это он у нас здесь ловит и приносит нам на порожек, складывая. Вот. Такое у нас есть животное. Ужики у нас во дворе ползают, ежики бегают. Это у нас тоже домашние животные. В частном секторе такого добра полно. Третий вопрос. Какое ваше улюбленное свято? Ну, я уже в том возрасте, что праздники не особо люблю, но мой любимый всегда праздник был – это Рождество. Не знаю, никогда не любила Новый год, никогда не особо его праздновали, а вот Рождество – такой праздник, всегда его ждешь. Мы на Рождество кутю носим вечером, даже будучи взрослыми людьми. Мы ходим друг к другу, к кумовьям, к друзьям, весело отмечаем этот вечер. В общем, любимый праздник у меня – Рождество. Четвертый вопрос. Коли поганий день, що робити, щоб його покращити? Ну, у мене… Ой, у меня очень редко бывают плохие дни. Вот я стараюсь не допускать, чтобы они были. Ну, если день все-таки плохой, и кто-то сподобился мне испортить настроение, хотя это трудно сделать. Вот, я, конечно, спасаюсь книгами. Я очень люблю читать. Вот, еще я очень люблю рисовать. Еще я рисую. Когда мне плохо, и когда хорошо, я тоже рисую. Что-то я тут уже напутляла. Вязальщик сраный. Так, шестой вопрос. Якби вам довелося жити в іншій державі, що б це було? Имеется в виду, какая бы была страна. Ну, я родилась и выросла в Украине. Вот. Другой страны я не хочу никакой. Но если бы мне предоставилась возможность такая пожить в другой стране, я бы, конечно, выбрала европейскую страну. Наверное, я бы выбрала Словакию. Мне очень нравится. Я люблю смотреть передачи типа «Орел и Решки»,
про путешествия, про природу. Вот, и мне больше всего нравится Словакия. Так больше я бы нигде не хотела жить. А попутешествовать, да, я бы объездила весь белый свет. Седьмой вопрос. Ким хотіли стати у дитинстві? У дитинстві я хотела стать много кем. Ну, самая большая моя мечта была стать художником, конечно. Я много для этого сделала. Я очень хорошо училась в школе. У меня был прекрасный преподаватель, который приехал к нам из Ленинграда. У нас в классе учился его сын. Мы с ним сидели за одной партой. Вот. Поэтому он сразу разглядел во мне талант. Много мне уделял внимания. Я очень хорошо рисовала. 2 года я училась в художественной школе у нас. Но, окончив школу, родители меня не пустили так далеко ехать, чтобы поступить в институт художественный. Сказали, выбирай, что хочешь здесь. И я выбрала. Я с отличным аттестатом, назло всем, пошла работать на завод тепловозостроительный. Ну, в общем, потом я закончила техникум, институт, работала, работала, работала всю жизнь. Но мечта так и не сбылась. Хотя я могу нарисовать что угодно, где угодно, даже на картонке из-под пиццы. Так, восьмой вопрос. Расскажите про найкращого друга. Коли востаннє бачились? Друзі. Друзів у мене завжди було багато. Але у мене є 4 подружки. Одна з дитинства. Ще по школі ми з нею дружбу водимо. А одна у мене подружка по роботі. Ми вже дружимо 40 років. И одна подружка у меня. И вторая, одна и вторая подружка. Вот я живу в собственном доме уже 38 лет. И мы вот здесь познакомились. И дружим. Лучшая подружка у меня Танюшка. Мы с ней в горе и в беде прошли огонь, воду и медные трубы. Всегда вместе, всегда помогали друг другу. И посмеяться, и поплакать мы всегда вместе. Когда видела ее, вижу ее каждую неделю. Она приходит убирать мне огород. Она живет в многоэтажном доме и очень любит убирать мой огород. Она вводит в нем просто идеальный порядок. И не загонишь ее палкой в дом. Вот. Такие вот у меня друзья. Друзей я своих люблю, ценю. Мы часто встречаемся, ну, по крайней мере, до войны мы отмечали все праздники, все дни рождения. Я на свой день рождения всегда делала, готовила маленькие подарочки всем. Вот, на память. И вообще люблю делать подарочки своим друзьям. Вот, они у меня все любят вязаные вещи, поэтому с подарками проблем нету. Что придумать? И скатерти, и салфеточки. И разный декор. Ну, вещи, конечно, вяжу. И на заказ, и на подарки. В общем, друзья у меня классные. 9-й вопрос. Коли вперше закохалися? Як склалися стосунки? Я очень серьезный человек. С мужским складом характера. Со мной очень тяжело. С раннего детства я очень любила учиться, учиться всему. Я очень много читала, я была очень грамотной. В детстве нас нянчила бабушка соседская, потому что родители все время работали. Бабушка, соседи наши были из Ленинграда. Бабушка была бесподобная. У нее была шикарнейшая библиотека, и вот там со своих 5-6 лет я научилась читать. Естественно, я выросла на шикарной литературе. Была такая романтическая девушка. Ждала все принца хотя бы на белом коне. Вот, поэтому
ко всему относилась серьезно. Первый раз я влюбилась по-настоящему в 23 года. Это была настоящая любовь. Все шло к свадьбе. Мы встречались 2 года. Но не сложилось. Край у нас шахтерский, опасный. И мой избранник погиб в шахте. Вот такая была несчастная первая любовь. А до этого, вот как-то детской любви, я не помню, чтобы мальчишки меня всегда боялись. Я всегда была бригадиром разбойников, поэтому в меня боялись влюбляться, и я ни в кого не влюблялась. Вот. Как-то так. Про любовь, про любовь. Я такая тетка, могу и оглоблями огреть по голове. Чикаться ни с кем не буду. Никому не позволю себя обидеть. Ни себя, ни других. Я могу всех защитить. Я такая. Вот. И последний у нас 10-й вопрос. 10-й вопрос. Чи є якийсь страх, яких хотіла би подолати? Ну, я не знаю. На данный момент и в моем возрасте у меня уже нет никаких страхов. Ну, да, я и в детстве никогда ничего не боялась. Я занималась спортом всегда. Я работала на высотном кране в юности. Я не боюсь ни высоты. Я не боюсь воды. У меня разряд по байдарочному спорту. Я объездила много-много-много рек. Участвовала во многих соревнованиях. Я очень люблю горы. Вот я часто была на Кавказе. В Майкопе у меня живет кума. Мы там облазили все на свете. И побережье, и горы. Очень любила Лаганаки. Перевал. Там так красиво. Ну, в общем, я ничего не боюсь. Бандитов я не боюсь, потому что я родилась и живу на Донбассе. Пугливых здесь нету. Так что страхов у меня. В общем, мы уже свое отплакали и отбоялись. Так что, девочки, вяжем дальше. И посмотрим, что у нас получится за эту неделечку. На вопросики я на все ответила коротко. И вяжем дальше. А за цей тиждень у нас получилася ось така річ. Скільки ще тут прив'язала? А прив'язала я, дівчатка, усього 15 сантиметрів. От така я недобра жіночка. Я ісправлюся. Я ще не дов'язала до ростка. Росток у мене буде азіатський. Ну, мені подобається, що виходить. Таке м'якеньке. Паєтка тут не колиться. Вона така м'якенька. Ось. У нас ще багато проєктів, де можна пов'язати цю річ. Я пропоную проходити до дівчаток по хештегу на канали, подивитися, що вони роблять, що вони в'яжуть. Це дуже цікаво. І я з задоволенням дивлюся, щось собі беру до уваги. Ось, я бажаю всім успіху, натхнення, мирного неба над головою. І до зустрічі у звіті.